Такой символ прошлого, как амбулаторные карты в поликлинике Бутова парка еще существуют, но выполняют они уже дополнительную функцию. Благодаря системе электронной записи пациента перед посещением врача не нужно выстаивать очередь в регистратуру. Записавшись из дома через интернет, жители попадают на прием, минуя этот редут бюрократии прошлого. Вся информация о пациентах заносится в электронную систему ЕМИАС. Это очень удобно для врачей, которые могут в любой момент зайти в электронную систему и, не выходя из кабинета, получить информацию о пациенте. В коридорах новой поликлиники висят плазменные экраны, по которым транслируются мультипликационные фильмы. Однако смотреть «Любимая Простоквашина» мне пришлось в одиночестве. Посетители просто не успевают засидеться у кабинета. Но мы с оператором люди упрямые, нашли ожидающих. Но оказались в коридоре они потому, что просто пришли раньше назначенного времени. А часто сюда ходите? Ну да, по беременности. К Елене Викторовне, да. Когда-нибудь сталкивались ли с очередями здесь? Нет. Все вовремя. Поликлиника Бутова парка обслуживает как взрослых, так и детей. Мы зашли на прием к педиатру, где наблюдается молодая семья. Все у вас хорошо. Делаем гимнастику, даем витаминчик D для профилактики рахита. Встречаемся с вами в 9 месяцев. Значит, через 3 месяца. Плановый осмотр. Сейчас осмотр вам распечатаем. Ну, нам очень нравится, во-первых, потому что здесь можно электронно записаться, и практически никогда не бывает очередей. Это вот приходишь по времени, и, в принципе, сразу попадаешь к врачу. Не надо там стоять, там, время терять на это. Пришел, и все, и сразу... Сразу по своим делам дальше. Да. Отвечает за отлаженную работу всего этого механизма взаимодействия врачей и населения Елена Зинатулина. По профессии она врач-педиатр, кроме этого еще и заведующая данной поликлиникой. Как сказал даже Владимир Владимирович Путин, вы многие слышали даже по телевизору, что сейчас идет борьба, значит, в регистратурах, чтобы не было очередей, да, не было очередей в кабинет врача, не было хамства, чтобы оказывали квалифицированную, качественную медицинскую помощь и большой акцент на вежливость персонала. Для безопасности посетителей и врачей в коридорах поликлиники ведется видеонаблюдение за всем происходящим. В случае необходимости реакция не заставит долго ждать. Если какие-то конфликтные ситуации, у нас уже запись видео есть, и мы можем просмотреть и разобраться, кто чем-то виноват в данной ситуации. И даже при скоплении очереди тоже напрямую уходит в Минздрав Московской области эта запись о том, что скопилась очередь там более 10 человек. Техническое оснащение поликлиники тоже на высоте. И касается это не только видео и аудиозаписи. Офтальмологические комбайны, цифровые рентгеновские аппараты, оборудование лабораторной диагностики последнего поколения. Для работы на таком оборудовании нужны квалифицированные специалисты. За кадры руководство борется. Зарплата рядового терапевта начинается от 40 тысяч рублей. Кроме того, Бутова парк имеет статус сельского поселения, а значит, врачи попадают под госпрограмму «Земский доктор». В эту поликлинику, когда я устроилась по программе «Земский доктор», я получила 1 000 000 рублей, который мы с моим супругом погасили ипотеку в городе Волгоград. Теперь вот мы без ипотеки имеем свое жилье в городе Волгограде. Когда на страже здоровья населения стоят люди с высокой мотивацией, то и результат их службы обществу будет высокий. А современные технологии эффективно помогут им в этом деле. Илья Кремнев, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.